Всем привет, с вами Елизавета Ковалева, и сегодня мы будем играть типа пародию на Грэнни, Бэд Грэнни. Так вот, тут прикол только что произошел со мной, не знаю, точно нет, но, короче, получилось так, я зашла в игру, и мне написали, типа, принимайте там, ля-ля-ля, ну, вы должны принять, если там не принимаете, то что, не можете играть, и да, мне тут выбивает, типа, она может там управлять там чем-то, и потом такая, опа, она может управлять вашими звонками и звонить вам, и такая, чё, блин, ну ладно, давайте новую игру поставим. Continue. Подожди. О, тут уже все в процентах загружается. Круто, круто. Охрененная загрузка в процентах. Не знаю, что из себя эта игра представляет, но обучение хотя бы надо пройти. Ну, я так, Start Game, Ready Mother. Че, опа. Так это что? На это. Ресом пикью. Ну это мы знаем. Так, бегать можно, да? Найди. Чего, ворота найди? Что это? Что я выкинула? Эй, а где Гренин дом? Вот просто вот. Пигбак, найти сумочку. Тихо. Я даже Грэнни тут не вижу, люди. Не, давайте перекинем. Тихо, вот. Блин, я взять не могу, люди. Во. Брум. Что такое брум? Метла? Метла это брум. Что у нас такое брум? Кетчуп? Брум? Нет, брум это же это тут. Фак. Брум. Что такое брум? Люди. Что такое брум? Ванной? Наверное, где-то в ванной брум. Брум. Листик? Брум это листик? Нет. Что такое брум? Может это вот эта вот штука? О, что это? Pick in the broom. Ну, друзья, не знаю, что такое брум. Блум, может быть? Типа, фея, да, не? О, да, брум это у нас метла. Ключик. Ключик, говорим, взять надо. Бери ключ. Ключ бери. Пик ТВ. Телевизор берем. Так, это телек. Ну это телек, люди. И возьмем кетчуп. To the rough? В смысле, типа убегать или что? To the rough. Эй, алло. To the rough, подождите, я Грэнни не вижу. По заданию. Вот. Подожди, возьмите. Подождите, Вот одно. Уйди, противная, уйди. 4 минуты Да что ж такое-то? Бабушка, как вас зовут? Ну бегать будешь, я так понимаю. Мне от тебя не убежать и не скрыться, ты страшный зверь. Блин, тут вообще за секунду сделал. Нет, блин, я убежала с дома, потому что думала, сейчас это придет и... Убегает тут, давай, меня здесь нет. Как-то битву выбрали. Ну
он убегает отсюда, я страшно злее. Мне надо теперь разобраться в своем инглише. Ну, типа... подожди, восьмой. Find a way to the roof. А будешь это, типа, убегать? Возьмите... Briefcase. Briefcase. Я не знаю, что такое briefcase. Ну, типа, самое последнее, это убежать из дома. Гренни, давайте вот сейчас... Ещё минуты... Ой-о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 й
Ай-я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 й. Ай, не так, не то, не та управление. Фак. Реплей, Юма, реплей. Какого-то фига она медленная, да. Гренни, мама, посмотри. Интраберс, let's do it here, no. Что херно? Что за херно? Ну, сейчас найдем бабулю. Тихо. Что у нас в руках, не знаю. Тихо, тихо, теперь бежим домой. Быстренько, последняя попытка. Какого пига? Ладно, давайте, друзья, на этом тогда закончим. Мы что-то попытались сделать. Но я понял, что в руке у нас какой-то предмет был, и надо было уронить его. А то мы сразу как-то в дом побежали. Первая попытка у нас была удачной, но уже потом попытки стали тщетными, неудачными. Вот, друзья. Ну что ж, друзья, давайте на этом закончим наши серии про Гренни. Возможно, я еще выпущу про эту Гренни что-нибудь. Просто я не поняла, что типа Руф, Бьюкейс, Руф. Типа взять что-то надо было еще, но я не поняла, что. Ну ладно, друзья, давайте на этом закончим. С вами была Лиза. И всем пока-пока. Удачи и до новых встреч. Пока.